У нас 21 августа, время 3 часа. Вот, приехали электрики по заявке, что у нас сучки тут над проводами висят, тут уже подпилили вверху. Вот они лежат, тополинные. Сейчас буду в другом месте тоже так же подпиливать. Тут вот немного дугу сломали нашу, пластиковую. Вот она. Надо будет новую, видимо, делать. Вот они сейчас тут будут сучки еще подпиливать. Большого тополя тоже надо будет делать. Тут вот щебень привезли, но еще не до конца привезли, и потому не разровнивается. Хорошая щебенка. Для заливки фундаментов подходит очень хорошо. Сейчас его поднимают. Там сидит оператор. Да, хорошая, конечно, техника. Не то, что у нас. Добрый день. С камеры только в YouTube не выкладывайте, потому что линия вот эта ваша, она не наша. Мы и не имеем права даже сюда как бы подъезжать и там здесь работать. Просто попросили, да. Вы попросили, мы работаем. Да, да. Ну, наша линия вот она идет, она этот тополь не, на нашем не меняет. Сейчас если мы выложим это самое, то руководство какое-нибудь наше глянет, мне будет стыка. Ручки падают.
Нам бы, конечно, с этой работой не справиться. У нас такой лестницы нет. Бачки на дрова нам лежат. С братом Никитой накололи. Еще не до конца, правда, сделали все. Самое сложное это, конечно, березы. Расколоть. Алексей идет. Да, высоко поднимается. Электричество они отключили, так что безопасно все. Даже если ветка где-то застревает, что-то идет.
слава богу, освободили нас от аварии. Ой, нет.
Алексей, Алексей, может этот шестом позбивать эти ветки? Каким-нибудь шестом позбивать вот эти ветки? То что весь, ну да. Сами. Просто они говорят, это не их это линия. Нет, просто где-то палку длинную взять, сбить ее. Классная осень, конечно. Сейчас они переедут. Еще один ролик здесь снимают. Нога поднимается, упор. Вторая поднимается. Она может дернуть за нее, да и все. Пойдет она. Ну, слава богу. Пытают прибить топот большой электрики. Выше она уже, не, видимо, не поднимается у них. Что это?
Вот начинает поднимать. 10 килограмм. Уходи, если он оттуда ахнет, мало не будет. А Сережа, туда или сюда? По Шубинскому есть. По Шубинскому. Это мы находимся сейчас в Потеряевке. Вот. Тут вот находится такая линия, кабели. Вот березки, тут рядом пруд. И вот сейчас поднимаю человека. Вот этот вот будет убирать.
Севастополя. Вот как раз эти два. Две ветви, два сука. У него хорошая пила. Вот она почти вертикально ставит. Как он не боится. Выдвигается. Видно. Ой, какая высота, почти вертикально. Ну, пожарная лестница еще выше. Он уходит. Вот этот человек там сидит. Этот еще более уязвимый. Одной рукой держит. Какая сила. Вот надежа на то, что ничего не будет по-другому. Человек уходит, техника безопасности, садится за пульт управления, а тот смельчак сидит там, как будто так и надо.
Вот она как, упала к нему. Видишь, наклонил. А потом поднял, опять выдвигается. Эта штука. Он маячит вперед, подай. Я пящусь все назад и назад, чтобы провод не порвал и не ударил. Провод электричества-то отключили. Он рукой хочет направить его, чтобы подальше был. Боится провода порвать. Провода там все перепуталось. Поднимает еще выше.